От осколка Бурана до макета Белого Лебедя в школе номер 69 есть настоящий музей авиации. Сегодня наша съемочная группа посетила экспозицию и учебный центр под названием «Ближе к звездам». Более 100 экспонатов не просто пылятся на полках, а участвуют в учебном процессе. К слову, музей был создан выпускниками школы в 2011 году. Ребята наши написали проект по созданию школьного музея. И вот по сей день у нас музей такой есть. За 9 лет мы разрослись из маленькой комнатки, хранилища, вот до такого большого, красивого, интересного зала. Десятиклассники Иван Пантелеев и Егор Бабков с младших классов увлекаются авиамоделированием. Они создают самолеты и шаттлы для экспозиции. В нашей съемочной группе они показали свои лучшие экземпляры. Юные конструкторы признались, авиация для них не развлечение, а профессиональная мечта. Заниматься больше в авиации, будет развиваться в этом направлении. Какая специальность ближе по душе? Ну, авиаконструктор. Штурман или пилот, там, что-то из этого. Уже готовишься к поступлению или пока еще не думал? Ну, готовлюсь, да. В нашу вот гражданскую авиацию хочу поступить. Для нашей съемочной группы четвероклассники приготовили сюрприз. Под руководством Вани Егора они сделали бумажные ракеты. Затем они собрались в рекреацию и устроили торжественный запуск. К счастью, учителя не рассердились на инициативных ребят. В этой школе все космические порывы поддерживаются и поощряются. Напомним, в этом году 69-я школа получила поддержку от конструкторского бюро Туполева. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.